хотели получать пассивный доход, а в итоге оказались в центре внимания прокуратуры и полиции. В Братске пресекли деятельность очередной нелегальной майнинговой фирмы. Она находилась в многоквартирном доме. Машинки работали в подвале здания подальше от глаз посторонних, но найти их все равно удалось. Ведь в доме фиксировали увеличение электропотребления, которое явно было не связано с коммунально-бытовыми нуждами. После вскрытия нежилой комнаты специалисты обнаружили оборудование для подачи интернета, а также 10 подключенных к сети устройств для майнинга. Еще 53 машинки складировались в смежном помещении. По оценкам, ущерб составил более 1 миллиона 200 тысяч рублей. Расследование всех обстоятельств этой истории находится на контроле правительства. После вмешательства прокуратуры и иных заинтересованных ведомств незаконная майнинговая деятельность пресечена. Майнинговое оборудование изъято. Прокуратурой города продолжаются надзорные мероприятия, направленные на проверку соблюдения иных прав жильцов дома. По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Стоит отметить, что это далеко не первый подобный случай. Так недавно незаконного майнера выявили в Иркутске. О его серой деятельности стало известно, когда жители одного из многоквартирных домов получили завышенные примерно в 30 раз платежки за электроэнергию. Источник проблемы также прятался в подвале. 41 машинку для майнинга изъяли. По версии следствия, они принадлежат 35-летнему уроженцу Китая. В отношении него уже возбудили уголовное дело.